На нашому порталі ми знову обговорюємо економічні питання, економічні важливі події на цьому полі. Це теж важливе поле під час війни. Але я сьогодні пропоную нашому шановному експерту, доктору економічних наук Сергію Якововському, розпочати говорити про події, які відбувались на початку цього тижня. Саме почнемо з дефолту в Росії. Я, Сергій Олексійович, чому звернув увагу на цю тему? Тому що в інформаційному полі дуже багато уваги приділяють цьому терміну, цьому словосполученню. Ось дефолт Росії вперше за 100 років. І не пояснюють пересічним громадянам, ну, нашим співгромадянам, що це насправді відбувається. Тому що ну, ось ми з вами, ми пам'ятаємо дефолт 98-го року, який потім мав вплив також і на Україну, тому що тоді особливо економіки і України, і Російської Федерації були пов'язані, і Росія потягнула нас на дно також, не будемо забувати. Не будемо забувати, що тоді дефолту мав відношення Сергій Кирієнко, нинішній негідник, який заправляє окупованими територіями. Давайте все ж таки роз'яснимо, в чому різниця між дефолтом тим, який ми пам'ятаємо, і тим дефолтом, який відбувся ну, формально вчора, і про який говорять, що його не було 100 років. Добрий день, Віталій, спасибо за, як завжди, я вот так бы сказал, мудрые вопросы, потому что вы действительно хорошо разбираетесь и в политике, и в экономике, и поэтому с вами интересно беседовать. И вот вы очень интересные аспекты поднимаете. Вот вы обратили внимание, что средства массовой информации говорят о том, что это первый дефолт за последние 100 лет, якобы предыдущий был в 1918 году. Но на самом деле, если говорить о сути ситуации, то вы абсолютно правы, вот в 98 году ситуацию можно назвать дефолтом. Тогда Россия не отказывалась от выполнения своих обязательств, но заморозила выполнение этих обязательств. И потом, когда их выполнила, то курс рубля по отношению к доллару, он упал где-то в 3 раза. То есть в результате реальные инвесторы хоть и получили деньги, но в 3 раза меньше, чем могли бы получить, если бы вот не та ситуация, которую вы, по сути, правильно назвали дефолтом. И это действительно было потрясение для Российской Федерации, и это потом оказало влияние на сопредельные страны, и буквально там, ну, по-моему, через пару месяцев в Украине ситуация повторилось, в общем-то, хотя уже никто не говорил, что в Украине был дефолт, потому что в Украине дефолта де-факто и де-юре не было. Была только девальвация, значительно меньше в 98 году, чем в России. Если говорить о той ситуации, которая сложилась сейчас, то я бы не стал придавать ей какое-то большое значение. Почему? Потому что с одной стороны, можно рассматривать ситуацию как дефолт. Почему? Потому что держатели российских еврооблигаций в долларах и в евро, они не получили причитающиеся им платежи в долларах и в евро. И поэтому вот агентство Bloomberg заявило, что в общем-то это дефолт. Но с другой стороны, Россия перечислила эти деньги в международную клиринговую систему, которая, ну, штаб-квартира находится в Брюсселе. И эта система не перечислила деньги, уже эта система не перечислила деньги держателям облигаций. Почему? Потому что были введены санкции, и на активы России в размере около 300 миллиардов долларов был наложен арест, и вот эти деньги Россия не может использовать, и, соответственно, не получили инвесторы эти деньги. Поэтому Россия говорит, что дефолта нет. Те, кто является держателями облигаций, говорят, что дефолт есть. Но это, опять-таки, ни на что не повлияет. Потому что с февраля 2024 года любые операции с российскими ценными бумагами, с государственным долгом, они запрещены в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Причем речь идет даже о тех операциях, которые проводятся вне Европы, США, но номинированы активы в долларах и в евро. Поэтому ни вчера, ни сегодня, ни завтра никто не собирался и не будет собираться давать России долг, покупать российские ценные бумаги в евро, в долларах. Поэтому, вот, сравнивая ситуацию с 98 годом, ситуация совершенно другая. Да, можно сказать, технический дефолт не повлияет
на Россию, потому что, опять-таки, и так, как я уже подчеркнул, никто России больше денег доверять своих не будет. Но, в целом, это был кризис, и он мог изменить Россию. К сожалению, он не изменил, потому что не произошла смена власти, хоть она формально произошла от одной или другой, но президент Путин, который во многом благодаря этому дефолту стал в 2000 году первым раз президентом, он, мы с вами знаем, он, к сожалению, сделал ситуацию в России еще хуже. Поэтому последствий от этого дефолта практически никаких не будет, потому что Россия и так уже вышла из европейских, из американских финансовых рынков. Что говорить о других рынках, это страны Азии, то там, к сожалению, санкции по отношению к России не вводили. Главные торговые партнеры России – это Китай и Индия. С удовольствием покупают российскую продукцию за юани, это Китай, и за рупии индийцы. И я предполагаю, что, возможно, они будут… появятся какие-то российские облигации, номинированные в юанях и в рупиях, и, наверное, они будут пользоваться каким-то спросом, но вы прекрасно понимаете, что это не те огромные финансовые рынки, которые существуют для ценных бумаг в евро и в долларах. Но это, опять-таки, это уже последние 4 месяца происходит. Сейчас ситуация кардинально не поменялась. Якщо ми вже говоримо о наслідках, і якщо цей дефолт таких до катастрофічних наслідків російської економіки не наблизить, можливо, це зроблять ці рішення, які були прийняті на саміті країни Великої Сімки, тому що ми теж знаємо, що там обговорювали якісь нові санкції, нові обмеження, зокрема, по відношенню до російського золота. Що можемо про ці рішення сказати, як вони, можливо, сильно вдарять по російській економіці? Виталий, ну мы с вами, я знаю, настоящие патриоты Украины, и поэтому желаем большого зла Российской Федерации, и заслуженно, потому что это основной агрессор, который убивает украинцев. Но я буду с вами честен и с зрителями. К сожалению, политика санкций, которую проводят Соединенные Штаты не первый год по отношению к России и к другим странам, она не достигает результатов, и она, в общем-то, ошибочная. К сожалению, часто в мире политика преобладает над экономикой. Я не раз предлагал способ уничтожить Российскую Федерацию, сделать так, чтобы ее не было. Причем это не ядерное оружие, это экономика, это финансы. Просто надо хорошо знать экономическую историю. И вспомнить 91 год. Почему развалился Советский Союз? А ситуация была во многом схожа. Если вы помните, была похожая война Советского Союза в Афганистане, где тоже, в общем-то, сражались на территории Афганистана с одной стороны советские войска, с другой афганцы, получавшие оружие со стороны Европы и США. И, кстати, Соединенные Штаты и Европы добились своей цели, потому что эта война скоро Советский Союз, и очень много людей погибло и так далее. Поэтому здесь параллели возможны. Так вот, 91 год. Почему распался Советский Союз? Не из-за войны Афганистана, хотя, конечно, она повлияла на экономику очень сильно, а из-за цен на нефть. Так вот, цена на нефть тогда была 10 долларов за баррель. И вот эти 10 долларов уничтожили огромный Советский Союз, потому что он привык получать экспортную выручку и финансировать многие свои операции за счет этой выручки. Когда было 10 долларов, у нас исчезли, ну вы не помните, очень многие товары и так далее. И Советский Союз распался. То же самое можно сделать с Россией. Причем против Советского Союза были санкции за Афганистан и так далее, но не они развалили, а именно цена на нефть. Так вот, если страны Большой Семерки вместо ограничений наоборот, откроют предложение нефти, если предложение нефти увеличится, а не уменьшится, как сейчас, то цена резко упадет. И при цене меньше 40 долларов за баррель Российская Федерация посуществует, ну, я думаю, год-два максимум, потому что вся внутренняя структура держится на деньгах, которые центр предоставляет региону. Тот же Кадыров, который сейчас активно воюет с Украиной, как только он перестанет получать там 10-15 миллиардов долларов из российского бюджета, потому что их просто не будет,
он начнет воевать, знаете, с кем? С той же Москвой. То есть начнутся внутренние конфликты и, ну, и то, о чем я говорю, развал России. Поэтому, к сожалению, вот эти санкции, они вредны. Надо было, наоборот, снять санкции с Ирана, с Венесуэлы, и при этом цена на нефть, я уверен, упала бы меньше, чем $40, и тогда Российская Федерация бы разрушилась. А то, что предлагали раньше, это ограничение на экспорт российской нефти, это привело к чему? Это привело к тому, что предложение нефти в мировой экономике снизилось, и цена очень высокая, $120-$115 за баррель. Поэтому Российская Федерация, даже продавая где-то 70% нефти, я думаю, что производство нефти, добыча нефти в России упадет где-то на 30% за счет санкций. Они будут, да, меньше продавать нефть, но за счет высокой цены, за счет того, что цена сейчас минимум в два раза выше, чем была там год-полтора назад, они, к сожалению, вот свои 150-200 миллиардов долларов получат, к сожалению. Поэтому, еще раз я подчеркиваю, я здесь вот поддерживаю политику Израиля, Турции, которые считают, что по-другому надо себя вести. Вот если рынок, если спрос на рынке не эластичен, как с рынком нефти, газа, зерна, то санкции приводят к уменьшению предложения, и цена резко возрастает. А если было бы наоборот, то это, я надеюсь, что дойдут до этого когда-то руководители Большой Семерки, потому что, ну, тут эта концепция США, мы вводим санкции, значит, мы обязательно выиграем. И тогда ситуация поменяется. Что сделали сейчас на саммите Большой Семерки? Вот сейчас, в принципе, приняли правильное решение, потому что оно касается золота. Вот золото – это тот актив, который не нужен 99% населения. Да? То есть если меньше нефти в Европе, цена выше, меньше бензина в Украине, в том числе и цена выше. Да? То есть здесь прямая связь. Понимаете, если цена на золото, условно говоря, в Украине вырастет в два раза, ну, я не думаю, что мы с вами вообще это заметим. Ну, может быть, там когда-то там какое-то украшение раз в жизни, но это, опять-таки, не принципиально. Это не тот бензин, который мы покупаем каждый день. Поэтому надо было с золота начинать, а не с нефти и с газа. И то, что они сделали, это правильно. Суммы, к сожалению, небольшие, потому что Россия, в отличие от нефти и газа, за которую они получают 1 миллиард евро в день, по экспорту золота они получают около 18-19 миллиардов в год. Но то, что пока 4 страны Большой Семерки приняли решение запретить покупку российского золота, это уже хорошо. Я думаю, что и остальные присоединятся. И тут Россия, ну, я думаю, минимум 10 миллиардов долларов потеряет, при этом ущерба для других стран от этого не будет, потому что просто не потеряет 10 миллиардов долларов. Это первое последствие саммита. Второе – это попытка привязать цену на нефть, которую продает Россия, к цене, которая указывается при страховании данной продукции. Тоже достаточно интересное предложение, пока оно до конца не продумано, потому что ну вот механизм достаточно сложен, как привязать цену продажи к ценному страхованию, но это правильное решение. И опять-таки, надо было 24 февраля принимать такое решение, не ограничивать поставки российской нефти в Европу, а ограничить стоимость этой нефти. То есть хорошо, они покупают, условно говоря, при цене $120 российскую нефть, но при этом 30 или 40% Россия не получает, а получает ту планку, которая установлена в этих странах. То есть нефти не становится меньше, но Россия получает, условно говоря, в два раза меньше денег. То есть предложение на рынке нефти не сокращается при этом, а Россия получает в два раза меньше денег. То есть это вот наконец-то, на пятый месяц войны прислушались к экономистам, которые предложили не ограничивать поставки продукции из России, а ограничивать те суммы, которые Россия получает за продажу этого товара. Поэтому, в принципе, в концептуальном плане эти решения правильные. Они пока не могут кардинально изменить ситуацию, потому что действуют предыдущие санкции, которые ограничивают продажу российской нефти. Но если, например, с газом то же самое сделать, то будет правильно. То есть
И эту часть денег, которую недополучит Россия, можно, например, смело отдавать Украине, которая пострадала от российской агрессии. Поэтому сейчас вот, ну, я полностью поддерживаю те идеи, которые были на саммите Большой Семерки. Сейчас именно экономика начинает преобладать, и это правильно, потому что Россию только экономически можно победить. В военном плане, к сожалению, их много, и оружие, что советское, что уже новое, у них есть. А вот экономически, только мы выбьем базу у режима Путина, она сама между собой начнет конфликтовать. Это была гражданская война, там, 17-18 год. Почему тогда был дефолт? Потому что начали вот между собой части России, в том числе Украина тогда заявила о независимости. И то же самое будет в России. Путин, либо не Путин, но вот для этого надо сделать так, чтобы они получали значительно меньше иностранных выплат, чем получают сейчас. Бачимо, як в різних країнах світу, в європейських країнах, поступово заморожують активи російських багатіїв, олігархів, тих олігархів, навіть про яких ми не так активно чули в інформаційному просторі, але ці люди були, гроші у них були, і зараз ці гроші, ну, десь зависли в банках, в якомусь повітрі, в віртуальному фінансовому просторі. Що потрібно робити, щоб ці гроші якось почали працювати на відновлення України? Це потрібна якась, ми повинні пройти якийсь важкий юридичний шлях, в тому числі в країнах, в яких ці гроші залишилися. Тому що ми бачимо, кожного дня Росія наносить все більше і більше руйнівних ударів. Тому що ми чуємо, що ось світ, Європа готові там виділити якусь там суму, а проходить 2-3 дні, ну, ці гроші не вистачає, тому що вже більше руйнувань. Тому що кількість зруйнованих будівель, там, лікарень, садочків, шкіл, спортивних об'єктів інфраструктурних, вона зростає. І це те, що, можливо, позавчора вистачало, щоб щось полагодити, сьогодні вже не вистачає. І потрібні інші кошти. І ось є, ну, напевно, такий ось фонд заморожений. Але як його повернути в правильне русло? Ну, тобто на відновлення України. Спасибо, Виталий. Еще один очень интересный и важный вопрос. Вы абсолютно правы. К сожалению, эта война, она уничтожает Украину. С одной стороны, ну, не знаю, потери, но они есть, и они большие. Каждый погибший украинец – это трагедия. К сожалению, страны Запада, они, условно говоря, повторяют свою политику в Афганистане. Они не дают Украине вооружения, которые способны изменить ход войны. Но опять-таки, вспомним Афганистан, там были такие же, в принципе, системы, как мы получаем сейчас. То ли боятся России, то ли просто им ситуация выгодна. То есть они заинтересованы в затяжном конфликте. Поэтому, знаете, вот мы сражаемся с российским медведем, да, и нам дают ножи, копия, но не дают оружие, чтобы можно было просто издалека этого медведя убить. Получается, что там российские бомбардировщики, ракетоносцы стреляют с территории Белоруссии, России, с Каспийского моря, с Черного моря, а мы даже не можем по ним выстрелить. Да? И вот, как вы правильно сказали, уничтожают инфраструктуру. И это очень плохо. Это очень плохо, потому что тут дело не только в материальных ценностях, а в том, что вряд ли удастся наладить учебный процесс в школах, в высших учебных заведениях. Это значит, что вряд ли те, которые выехали из Украины, та молодежь, которая выехала, вернется, учитывая, что ситуация сложная. Большая вероятность, что, опять-таки, не имея возможности полноценно учиться в школе, в высших учебных заведениях, многие родители, ну, будут способствовать тому, что дети покинут Украину. Вот это самое страшное. То, что погибают, с одной стороны, защитники, с другой стороны, молодежь покидает Украину, потому что, вы же понимаете, если люди получат там профессию, работу в Европе, где однозначно ситуация лучше в материальном плане, безопаснее, то немногие из них вернутся. То есть мы из-за этой войны лишаемся нашего будущего, людей, которые и погибают, и уезжают, и не возвращаются. И это самое страшное. Теперь по поводу денег, которые нам выделяют. Нам выделяют денег ровно столько, сколько нужно, чтобы финансировать минимальные потребности бюджета.
И это, конечно, не позволяет вообще как-то изменить ситуацию в инфраструктуре. Единственное, что удается, там, если где-то там столб упал, взрывы, и нет электричества, вот такие маленькие инфраструктурные проекты, их можно реализовать, но вот это все. К сожалению, экономика Украины деградирует, потому что у нас ограниченные возможности для экспорта. Прежде всего, вот экономика Одесского региона, потому что мы связаны с портом, с торговлей. И это было все 200 с небольшим лет, сколько существует Одесса. И поэтому, не разблокировав Одесский порт, мы не сможем наладить ни торговлю, ни ситуацию в сельском хозяйстве. Потому что, вы знаете, да, Украина крупнейший экспортер зерновых культур, есть 20-25 миллионов тонн запасов зерна. И если это зерно не будет вывезено, то непонятно, что будет с новым урожаем, и мы будем парализованы в нашей самой конкурентоспособной отрасли в сельском хозяйстве. Поэтому необходимо делать определенные шаги для разблокирования Одесского порта. И это важнее, чем, например, там, передача лишних нескольких миллиардов долларов. Да, мы их получим, Украина их потратит, но а дальше это что? Потому что если там в ближайшие 3-4 месяца не заработает порт, не смогут аграрии собрать, сохранить зерно и продать его, то технологические цепочки, на которых Украина, в общем-то, возродилась. Потому что когда-то мы начинали с того, что у нас подавляющая часть экспорта – это была тяжелая металлургия. Заводы, которые, извините меня, там, вредят окружающей среде и так далее. Сейчас это сельское хозяйство. Причем мы экспортировали продукцию, ну, во все страны мира. Увеличивалась переработка продукции. То есть здесь мы действительно, у нас конкурентные преимущества, и мы были лидерами в мире. Если эта ситуация не поменяется, если этот агропромышленный комплекс наш полностью будет заблокирован к развитию, то не только люди потеряют работу, но и Украина в своих конкурентных преимуществах будет отброшена назад. Поэтому вот это такой важный вопрос. Поэтому все-таки наши партнеры Турция, Великобритания, они ставят вопрос о том, чтобы разблокировать Одесский порт. И они могут. То есть несколько, например, турецких и английских кораблей в Одессе, я думаю, смогут обеспечить безопасность, тем более это страны НАТО. И, ну, в общем, можно это решить. И это важнее, чем то, что там какие-то деньги Российской Федерации заблокированы, вернуть в Украину. Юридически это сделать будет очень сложно, потому что те же Соединенные Штаты, они, с одной стороны, заблокировали активы, это несложно сделать, но передать их, то есть забрать право собственности у одних инвесторов и передать другим, это крайне сложно по американскому законодательству, плюс они боятся, понимаете, потому что не только россияне покупают активы в США, недвижимость и в Европе, это еще и шейхи, ну не только шейхи, а просто богатые люди с Ближнего Востока, это богатые китайцы, индусы и так далее. И не все они, знаете, абсолютно чисты перед законом, поэтому если вдруг они увидят, что в тех же Соединенных Штатах процедура простая, арестовать актив, потом его передать другим, и, соответственно, инвестор потеряет навсегда, то и они могут подумать, а может не стоит нам вкладывать деньги Соединенные Штаты, Европу, мы можем точно так же потерять, опять же, потому что там тоже есть режимы, которые, ну, будем так говорить, недемократичны, особенно в странах Персидского залива. И для того, чтобы не потерять их деньги, американцы и европейцы, я думаю, что они будут очень аккуратно поступать с российскими активами, то есть они не дадут их России в ближайшее время, но и не заберут полностью, не передадут другим, ну, в Украине, потому что тогда это скажется на их инвестиционном климате. И они могут потерять инвесторов из тех стран, по отношению к которым пока санкции не введены, но теоретически могут быть. Поэтому здесь, я думаю, что процесс будет сложным и длительным. Но ничто не мешает Соединенным Штатам и Европе поддерживать нас. Но, к сожалению, опять-таки, они вот по минимуму, они смотрят, сколько нужно на пенсии, сколько нужно на зарплату, сколько военнослужащим. И вот сколько нужно, чтобы Украина возвращала свои долги. Вот самое интересное, вы сказали про дефолт России, а Украина даже и не думает о дефолте, хотя у нас есть реально возможность, заявить, что мы не можем выплачивать наш внешний долг, потому что мы в кризисной ситуации. Украина вот в середине июня погасила полностью свои еврооблигации, то есть Украина полностью выплачивает свои долги, хотя это тоже, понимаете, вопрос.
Но я так понимаю, что американцы, европейцы нам дают деньги, но при этом стоят жесткие условия, чтобы Украина возвращала доходы американским и европейским инвесторам в полном объеме. То есть, ну, тоже, я думаю, что Украина могла бы поставить вопрос о том, что, извините, вы нам помогаете, но когда эти деньги потом уходят банкирам в Европу и в США, потому что у нас люди, в общем-то, живут крайне тяжело, и столько людей, ну, потеряли своих близких и так далее, что лучше им отдать эти деньги, а не американским инвесторам, но пока Украина даже не заикается о том, чтобы прекратить свои внешние платежи. Ну, я тут больше вважаю еще питання в отношении до самого термина дефолт. Психологічно сприйняття його, тому що більшість людей не поглиблюються в його розуміння, а так чують, до дефолт – це щось таке страшніше. Там хтось там пам'ятає, як наприкінці 90-х став завдяки дефолту бідніше, істотно бідніше. Тому якби так, або що, або не дефолт. Ось так. Пам'ятаєте, як в мультфільмі? Роби, що хочеш, але не кидай в терновий кущ. Ось так, що завгодно нехай відбувається в економіці, аби не дефолт. А ось і тут, на жаль, на перший план виходить небажання розуміти такі тонкощі у наших співгромадян. Але я теж можу з цього боку розуміти і їх, тому що, ну, війна, ну, не на часі розбиратися у всіх тонкощах. А пора вже було ставати і більш політично грамотнішими, і економічно грамотнішими. Ну, це моя така думка і побажання щодо наших громадян. Виталий, вы абсолютно правы. Вот Украина станет другой, когда, вот, как вы сказали правильно, вот политически-экономическая грамотность добавит. Потому что на самом деле в основе лежит экономика. Экономическое мышление, когда оно присуще, тогда и государство сильное, сильная армия, и выбирают политиков, которые способны эффективно управлять экономикой. Когда в большей степени обращают внимание на популистов, которые красиво говорят, выступают, а в экономике, в общем-то, все не плавают, то потом результат будет для всей страны в целом, не только для экономики соответствующий. Сергей Ильич, дякую за відверту розмову, серйозну, як завжди, по суті, по ділу. Будемо спостерігати за новинами і бажати нам більш спокійних днів, що йдуть цього літа. Не все спокійно, на жаль, але ми до цього теж, на жаль, звикаємо, але іншого вибору поки що нема. Дякую, Сергій Олексійовичу. Вам спасибо. До наступних зустрічей в ефірі.